Всем, друзья, привет! Вы на CodePlay, и мы продолжаем играть память Dogma Code 01. Ну что, продолжим? Грузовик поехал, мрачная атмосфера так и не разрядилась. Интересно, о чем сейчас думает Эмма, сидящая в водительском кресле, а Акана на пассажирском? Харуна время от времени беспокойно поглядывал на нас. Какая рожа все это до лампочки. Он снова что-то набирает на своем клавиатуре. Несмотря на то, что это не ее проблема, Саран до сих пор выглядит подавленной. Я не хочу, чтобы она стала свидетелем еще одной драки, поэтому выключаю свой МДР. Смотрю на Рейну, она сидит рядом со мной и задумчиво кусает губы. Рейна члена ЯОС, ей вообще не нравится. Но вспоминая нашу первую встречу, я отмечаю, что она действительно была неплохо осведомлена в центре связи его устройств. Более того, она действительно много знает о воспоминаниях, и еще у нее имеется прототип микрочипа. А это трудно поверить, но какая-то часть меня считает, что это было бы логично. Что? Рейна вдруг посмотрела на меня. Прости, что заставила поволноваться. Я должна была рассказать тебе сразу, и все остальным тоже. Я не знал, что ответить. Грузовик снова укутывает тишина. А? Точно, новости. Давайте посмотрим новости. Попытайся нас расшевелить, Харону включает IR-дисплей. Затем? Существует вероятность, что подозреваемые Рикаса и Косухара были причастны к взрыву на станции Футю прошлой ночью. Теперь нас обвиняют не только в том, что мы ворвались в центр связи, но и в подрыве станции. Сейчас это чувство не легче. Теперь уже все подряд на нас вешают. Какой, наверное, в прошлый раз слишком сосредоточен на взломе, чтобы пообещать им внимание на новости, поэтому глаза округлились, когда он их услышал. Хироки, вы с Рейной тянут подозреваемые? Почему? Я и забыл, что он совсем не в курсе. Я просто переключал канал. Харуна быстро переключила канал на другой. До меня не сразу дошло, что именно я увидел на экране. Перед камерой стоял Курода. На фоне входа в центр связи. В верхней части, правой части экрана стоит небольшое лого, говорящее о том, что это прямой эфир. Но в свете недавних происшествий мы были вынуждены признать, что наша текущая система управления данных памяти имеет свои недостатки. Мы хотели бы извиниться перед вами за то, что заставили вас из-за них волноваться. Курода, окруженный морем репортеров, поклонился в сторону экрана. Когда он поднял голову, в его глазах появился решительный блеск. Тем не менее, у нас есть У меня также есть что сказать преступникам, виновным в этом происшествии. Хасухара Хироки Кун, слушай меня. Курода называет мое имя. Он словно смотрит прямо мне в глаза сквозь экран телевизора. На меня накатилось странное чувство отвращения. Естественно, ускорило свой ритм. Ты поступил мерзко. Это издевательство, оскорбление всех тех, кто недавно потерял своих близких. Проникновение вещает Курода. Я никогда не прошу тебе этого. Где бы ты ни прятался, я найду тебя. Запомни мои слова. Несмотря на это, все доносится с экрана, но слова заставляют всех присутствующих напрячься. В течение нескольких секунд все дружно молчат. Я почувствовал сильную враждебность не только от Курода, но и от всех остальных рядом с ними. До меня наконец дошло, что меня ищет полиция, и я вдруг очень испугался. Несмотря на то, что я знал, что к чему стремится Курода, я все равно не могу развеяться страх. Кокару и Харону тоже потеряли дар речи. Затем пресса
тем пересоздают еще несколько более обидных вопросов. Курода безразлично на них отвечает. Затем изображение сменяет студию ведущего новостей. Ведущий говорит еще пару слов, происшествие и изображение снова заменяется. Центр связи — место, где связывается вас с близкими. Мы всегда с вами. Работая день и ночь, мы ищем способы сделать человечество счастливее. Это реклама центра связи. После приятной мелодии на экране появляется лого центра связи. Это реклама, очевидная пропаганда, и теперь в свете новых знаний это кажется тошнотворной. О чем думает Рейна во время просмотра этой рекламы? Неужели она не знала об этих экспериментах? Неужели то, что она спасла меня в центре связи той ночью, просто совпадение? Я снова задаюсь множество вопросов. Проклятие. Могу ли я доверить Рейне? Неожиданно звонок Амидера освещает меня в входящем вызове. Кто был в грузовике, занервничали. Кто это? Посмотрев, куда звонится, я сразу успокоился. Айосан. Айосан? Кто это? Старшая сестра Сарана. Фух, всего лишь Айосан. Все, облегчение вздыхает и отвечает на звонок. Айосан? Хироки, ты где? Ты в безопасности? Айосан очень встревожена. Наверное, испугалась, увидев новости о том, что преступник розыски, и позвонила мне. По телевизору сказали, что ты преступник, поэтому я волновалась, что тебя могли... Не волнуйся обо мне, я в порядке. По новостям сказали, что вы проникли в центр связи и взорвали станцию Футю. Да, это все ложь. Конечно, я знал, слава богу. Айосан по ту сторону экрана с облегчением вздохнула. Мне неудобно, что я заставил ее переволноваться. А что с Рейна-сан? Она со мной. Вы сейчас в безопасном месте? Да, вместе с людьми, которым могу доверять. Ясно, я рада. Наверное, вам лучше какое-то время поливаться на людях. Мы так и собирались. Если что-нибудь случится, я приеду в любое время, так что звони. Спасибо. Простите. За что ты извиняешься? Я только что заставил вас волноваться. Не волнуйся об этом, просто береги себя, хорошо? Хорошо, я позже перезвоню. И как только я вешал трубку, Харона радостно восклицает. Старшая сестра Сарана, похоже, хороший человек. А, она всегда готовила нам печенье и помогала домашней работой, когда мы приходили в гости. Что не так? Я должен был вызвать Сарану, уверен. Айосан хотела бы с ней поговорить. Ну, не знаю, думаю, что выставить на показ то, что мы сделали, хорошая идея. А что это мне говорит... И это мне говорит преступник? Тем не менее, слова Кукуэра имеют смысл. Было бы проблемой объяснить, как мы смогли дать Сарану поговорить с ней. Кроме того, незапланированный разговор с Сараной мог бы только сильнее ее расстроить. Может быть, наберу ее, когда у нас будет лишнее время? Аэродисплей вдруг переключился на вид слабого стекла грузовика. Эй, Рейна, это здесь-то? Перед нами скопление беловатых зданий, расположенные за большими воротами. Да, здесь. Акана паркуется недалеко от университета, и мы все идем в старый колледж Рейны. Проходя мимо ворот, мы замечаем ряд школьных зданий. Все они блестят и находятся опрятно, соответственно передовым исследованиям, которые там проводятся. Не в пример нашей школе, состоящей из древних корпусов и осыпающихся стенами, из которых местами торчат канализационные трубы, хотя неудивительно, что университет, занимающийся передовыми исследованиями, выглядит гораздо лучше. Здесь я работал в аналитической лаборатории памяти. Увидев знакомое здание, Рейна немного оживилась. На ее лице отражается ностальгия. Я тогда настолько окунулся в исследование с Мако-сенсеем. Хорошие были времена. Макото-сенсей? Тоя Макото-сенсей. Он был профессором, который работал над исследованием в области анализа памяти. Постой. Тоя Макото? Тот самый Тоя Макото? Кокеру изумленно вытащился. Кокеру, ты знаешь этого профессора? Нет. Знаю ли я его? Да кто его не знает? Тоя Макото — человек, который разработал основу электронной памяти МДР, которой мы все теперь пользуемся. Что, правда? Истинно. Вообще, нам рассказывали это на лекциях. Ты чем вообще слушал? Ну, разве... И правда, если подумать, имя звучит знакомое. Акана и Харуна, идущие впереди, раздраженно оборачиваются. «Эй, о чем вы там мямлите?» Рейна-сан уже ушла вперед. Похоже, Рейна продолжала идти, пока я разговаривал с Кокеро. Эмма, которая шла за нами, приблизилась и хлопнула нас по спинам. «Давайте поторапливайтесь». «Да, идем». Мы ускорили шаг, и чтобы догнать Рейну. Похоже, вход в мемориальный зал находится в противоположной стороне вестибюля.
Чтобы избежать встречи с другими людьми, мы идем не напрямую через вестибюль, а обходим здание с правой стороны. Стойте. Рейна вдруг оборачивается, подходит ко мне. Там навстречу идут люди, нельзя позволить им увидеть наше с Хироки лицо. Я вижу вдалеке пару парней, похожи на аспирантов, они направляются к нам. Я отпускаю голову, скрывая свое лицо. Остальные бегут, берут нас в кольцо, пряча от постороннего взгляда, начинают беззаботно болтать. Так, ты уже закончил делать доклад по генной инженерии? А, да, это он почти готов. Осуществляет ли вообще, в которых ты можешь сделать хорошо Акане, а? Ну ты даешь, кстати, до Семира еще куча времени. Найдешь чайку попьем? Я сомневаюсь, что большая часть нашей компании вообще знает, что, как мы должны все студенты из колледжа, коим кто-то удается интонировать типичный для них разговор. Благодаря этому никто не возникал подозрений, они просто прошли мимо. Отлично, путь свободен. Давайте поспешим. Мемориальный зал стерилизован под старинный западный особняка, но как все это здание совершенно современно с системами. Мы проходили через средневековые раздвижные двери, и первое, что мы видим, это собственную экспозицию. Справа находится секция с большими AR-дисплеями, которые показывают различные видео. В другом уголке тоже нечто подобное. Лучи света, падающие на экспонат под стеклянными крышками, тускло освещают комнату. Здесь нет никого, кроме нас. Наверное, потому что сегодня будний день. Сюда. Мы следуем за Рейной в уголок AR-дисплеем. Он демонстрирует список имен, выдающихся под ней новаторов, совершивших научный прорыв, а также информацию о них и лабораториях, в которой они работали. Отдельная часть экрана полностью освещенная профессору Тоя Макото. Очевидно, Тоя Макото была очень влиятельной личностью. Это Макото-сенсей. А Рейна показывает фотографии, на которой изображен мягко улыбающийся мужчина средних лет. Рядом с ним девушка с суровым выражением лица и еще пара студентов-исследователей. История рядом с Макото-сенсеем. Ей нетрудно узнать, хотя на фото она значительно младше. Макото недоверчиво смотрит на экран. Похоже на тебя, и подделку не тянет, но все равно неубедительно. Здесь я помогала Макото-сенсею в его исследованиях. Рейна подходит к части дисплея, на которой написано о создании лаборатории по анализу памяти. Я проводил дни напролет, экспериментируя с Макото-сенсеем, собирая данные, пытаясь найти способ хранить большие объемы информации, которые представляет собой человеческая память. Мы часами спорили о доске и обменивались мнениями и идеями. Это было действительно захватывающе. Сколько тебе было тогда? Я пришла сюда, чтобы мне было когда мне было 12, и провела в университете 2 года. Рейн задумчиво улыбается, прежде чем вернуть свое обычное суровое выражение лица. Все время, проведенное здесь, я осветила созданию электронной памяти. Объем информации, хранящийся в человеческом мозге, огромен, поэтому требовалось найти способ кодировать эти данные так, чтобы их можно было сжигать до такой степени, чтобы смогли поместиться на электронных носителях. Нам с Макото-сенсеем понадобились годы на это, чтобы наконец работал алгоритм, благодаря которому это стало возможно. Выходит, электронная память была разработана тобой и профессором Тоя. Может, кстати, так. Макото-сенсей решал действительно сложные задачи, но он скончался до года 3 назад из-за болезни. Перед смертью он сказал мне: «Рейна отворачивается от нас. Я хочу, чтобы ты использовал это исследование в благо их целях, чтобы они помогали спасать людей. Профессор, наверное, очень доверял тебе, Рейна. Если так и то я рада. Но сенсей...» Рейна затихает и молча смотрит на фотографию профессора Тоя. «Рейна!» «Значит, после смерти профессора Тоя ты пошла в ЕОС?» «Да». Рейна резко обернулась к нам и продолжила говорить. Сразу после смерти Макото-сенсея ко мне обратилось исследование из ЕОС. Они спросили меня, не хочешь использовать свои навыки, чтобы помогать им наработке, чтобы помогать людям по всему миру. И тогда я стал научным сотрудником ЕОС. Их лаборатория только является частью гигантского здания, которое представляет собой центр связи. И ты тогда понятия не имел, что они на самом деле делают с твоими исследованиями. Мой первый для них проект заключался в том, чтобы найти электронную память и практически изменить применение. Тогда мне пришла в голову идея. Эта электронная память может позволить людям общаться со своими умершими близкими. Система, которую они называют «связь», была замечательной. Тогда у меня не вызывало подозрения на то, что ЕОС – административная независимая организация. Теперь я понимаю, насколько сглупила. Ускоряя себя, Рейн и продолжает. После разработки действующей версии системы связи я начала работать в других областях. Я в конечном итоге остановилась на медицинских технологиях.
в то время у вас было много проектов. Было действительно интересно проводить исследования в разных областях, да и остальные исследователи оказались непорядочными людьми. Создавая систему связи, я надеюсь, что эта разработка будет спасать жизни. Я думаю, что это поможет тем, кто тяжело переходит уход близких к жизни. Я был уверен, что Макото Сэй также гордилась бы за мной. Ты и правда считаешь, что помогаешь? Да, до прошлого месяца. Глаза Рейна вдруг наполнились грустью. Этот микрочип, которым я тебе рассказывал, Хироки, он был не один. Раньше их было три, но два из них я потеряла. Что? Погоди, неужели? Кто-то из его украл их? Рейна кивнула. Это было очень ценные исследовательские образцы, они хорошо сохранились, так что украсть их было бы сложно. Вынести их с лаборатории, как только один из них ученых, привлеченный к проекту. Выходит вор. Конечно же, я пытался найти чипы, но начальство сказало, что расследовать кражи самостоятельно. Не следует сосредоточиться на своих исследованиях. Однако они не смогли найти никаких зацепок. Рейнком Гром вздыхает, прежде чем продолжить. Сначала я подозревала, что это сделал промышленный шпион. Подумала, эти технологии скрывали в конкурирующих компаниях. Поэтому пыталась найти этому доказательство. Найти как? Когда весь персонал лаборатории разошелся по домам, я взломала на компьютере и прочла их электронные письма. Отчет и прошла. О, так мы с тобой родственные души, Рейнатян. Да вы оба преступники, одного профиля. Рейна просто пожала плечами. Я знал, что это преступление. Но тот микрочип находился на стадии разработки, и я боялся представить, каких целей он может быть исследован. Затем настал тот день. Тот день? День, когда ты пришел в центр связи. По спине пробежали бумажки. И тут день я просмотрел компьютер других исследователей после их ухода. И именно тогда я нашла тот самый отчет, который вы видели, тот, который стоит мое имя. Они планировали, чтобы я возглавил эксперименты эти. Именно тогда я поняла, что пора выбраться и сбежать, чтобы было несложно, но как ты смогла вынести чип? Да просто выйти с ним через породную дверь было невозможно, но я нашла другой способ. Из лаборатории, где они держали чип, есть еще один выход, кроме основного, есть небольшая вентиляционная шахта. Взрослый человек не сможет протиснуться, но мое телосложение позволяет. Я достала план здания, чтобы привести свои взаимосил в действие, наметил, где лучше выйти, и убедилась, что я смогу пролезть в вентиляционную шахту. Еще стало устройство, чтобы скрыть микрочип, прежде чем совершить побег. Рейн указал на ручку в своем кармане. И затем сбежал. Без проблем. Просочил через вентиляционную шахту. Все шло довольно гладко. И когда я уже добрался до головного корпуса центра связи, раздался сигнал тревоги. Погоди, это были мы? Ага. Тогда я подумал, что это потому, что я забрал микрочип. И потом увидел, как другие люди бегут от охранника, и я подумал, возможно, у этих людей также есть некая секретная информация ЙОС, и поэтому их преследую. Так что я решил помочь. Тогда я позвонил тебе, Хироки. Я осторожно касаюсь своего затылка. Так и должно было. Дошло до того, что этот микрочип оказался во мне. Микрочип принудительной активации PAS-62 – это официальное название. PAS-62 – я видел это название в отчетах. Все активированные зоны. Считается, что все живые существа имеют свой ДНК, набор генов, позволяющий им проявлять особые способности. ЕОС называют части ДНК все активационные зоны. Сокращенно PAS называется PAS-62, поэтому действует на 62-ю область ДНК, которая является PAS. Мои исследования проводились строго для использования экспансии гена PAS, чтобы увеличивать скорость деления клеток и ускорить регенерацию. ЕОС также заверил меня, что я буду использовать их только в этой области. Как только они могли использовать мои труды без моего же ведома, ставят опыт на людях, которые как на подопытных крысах. Голос Рейн держит, но Акана все еще давит на ее взгляд. Так и будешь утверждать, что я не имел к этому никакого отношения? Естественно, я не могу доказать, что совсем никакого, но так как в этом замечено мои исследования, мне жаль, мне правда жаль, но я не знаю, и я не понимаю, для чего их использовали. Не знаю, значит, не виновата? Акана выражающе приближается к Рейне. Ты в курсе, сколько людей погибло из-за твоих исследований? Эй, Акана, заткнись, такой сухара, не подходи. Если бы ты не заметил раньше, Рейна, ты могла бы их остановить.
Акана набрасывается на Рейна. Рейн смотрит на Акана и вдруг непоколебимо. Ты права, я должна была заметить раньше. Теперь уже поздно. Слова Акана полны горя. А они все погибли из-за этих ублюдков. И мой отец тоже. И все в шоке от признания Аканы. Она даже... Они даже... Акана смотрит на Эму. Но затем снова отворачивается. В любом случае, я никогда не прошу этих тварей. Никогда не прошу тебя, Рейна. Прости, Акана. Акана смотрит в пол, словно верит, что так не слышит слов Рейна. Гнетущая атмосфера заполняет пространство. Знаете, я тут подумала. Тихо бормочет Арона. Но у вас обеих есть свои причины и обстоятельства, поэтому я не могу сказать, что кто прав, кто нет. Но я уверен, что в нашей встрече есть определенный смысл. Смысл? Я имею в виду, что в конце концов мы все здесь для того, чтобы поставить... Остановить это, верно? Но кто хочет положить этому конец, собрались в одном месте. Вроде бы случается, но точно судьбоносное. Хорошо, Хазана, Харонатян. Хе-хе, впечатлен? Удивительно, как эти двое могут это разглядеть любую ситуацию, просто открыв рот. Прости, но ты мне все равно не друг. Как бы это ни было, Акана продолжает свирепо глядеть на Рейна. Ты наш враг. Даже несмотря на общую цель? Даже так. Рейна и Акана непримиренно смотрят друг на друга. Я понимаю их обеих, поэтому не знаю, что сказать. Подходит Эмма и становится между нами. Рейна, здесь наши пути расходятся. Эмма, ты может быть и не такой уж плохой человек, но это не отменяет того факта, что ты заставила Акана страдать. Я не могу работать с тобой. Голос Эммы звучит, как всегда, и монотонно, но ее чувства ясны. Рейна молчит. Эй, Кусухарахон, шепчет Харона мне на ухо. Делай блохи, сделай что-нибудь. И что ты предлагаешь мне сделать? Сейчас не время собачиться из-за этой чепухи. Найди способ заставить их сорового работать вместе. Слава Харона имеет смысл. Не знаю, как переубедить, но... Я делаю глубокий вдох, начинаю говорить. А, Кана и Агама, понимаю ваши чувства, но чтобы вы поверили... Я хочу, чтобы вы поверили в Рейну. Хироки. Рейна спасла мне жизнь. Кроме того, она помогла мне найти зацепки в воспоминаниях Сараны. Мне трудно поверить, что то, что... Она все это делала со злым умыслом. Акана печально улыбнулась. Значит, ты тоже за нее, Кусухара? Речь не о том, кто за кого. Если мы не будем работать вместе, то у нас не будет шанса остановить их. Акана продолжала злиться на Харона. Спасибо тебе, Хироки. Но после этих слов Рейна стало легче. Уже открыл рот, чтобы сказать что-то еще, но... Двери вдруг резко распахнулись. Наверное, идет студент, но, похоже, и профессор. В любом случае, будет плохо, если нас увидит. Так-так, вместе с ними не с места. И в зал входит один человек. Это крепкий мужчина, и он смотрит на нас недобро. В дверях стоит куча парней в костюмах. Однако, взгляд на них достаточно, чтобы понять, что у нас проблема. Он определенно не студент и не преподаватель. А в чем дело? А, мы, знаешь, полиция... А что живет на своем ДР, перед нами появляется AR-дисплей. На экране его полицейская карта. Полиция? Ага. Зачем они здесь? Как они здесь выследили нас? В голове роется вопрос с сомнением, но сейчас не важно, как это произошло. Главное выкрутиться. Ты Кусухара Хироки Кун, да? А ты Рикаса Рейна-сан, отлично. Вы арестованы. Что? Рейна берет Отороп. И она застывает на месте. «Пожалуйста, подождите», — вмешивается Харуна. «Я такой же полицейский. Да мне хорошо известно, кто ты, офицер Канзаки Харуна. И что с того? Похоже, они знают, что Харуна тоже офицер полиции, и что с первого взгляда по ней же не скажешь». Я начала чувствовать, что кто-то здесь не так. Это недоразумение, эти ребята ничего не совершали. Если вы снова проанализируете кадры с камерой безопасности, то уверенно вы поймете. Харуна выпускается в пространное объяснение, которая полицейский даже не слушает. Более того... А ты отдохни. Полицейский достает свой домик и... Бьет Харона живот. Такого насилия никто не ожидал. Мести настолько шаверены, что не могут сказать ни слова. Даже фраза «тихо, как на кладбище» не может по полной мере передать эту внезапную тишину, что воцарилось в зале. Спустя несколько секунд я преодолел свой шок и бросился к Хароне. Харона корчилась от боли... И я помог ей сесть. Эй, ты в порядке?
Видимо, удар был сильный. Харуна согнулась, три погибли. Держал за живот, истинная боль. Видишь, ты не справился со своей работой, поэтому пришлось перейти к нам, чтобы доделать ее. Я смотрю в глаза Парсийска и начинаю дрожать. Ему нравится это делать. Этот человек без колебаний ударил Харуну, свою коллегу, и получил от этого удовольствие. Этот парень больной. Какого хрена творишь? Акана в ярости рвется вперед, и Яма не останавливает ее. Подожди, Акана. Если изобьют еще и нас, это только хуже ухудшит ситуацию. О, похоже, здесь есть те, кто еще дружит с головой. Да-да, с нами лучше не связываться, детки. Мужчины в костюмах, стоящие позади персидской, начинают доставать свои дубинки и пистолеты. Вы друзья этих двоих? И что, если да? Вы, в принципе, без разницы. Вы можете попробовать сопротивляться, но кончить так же, как и она. Просто предупреждаю, что вас ждет, если попытаетесь что-нибудь выкинуть. Что бы мы ни делали в ответ. Будете считать самообороной, так что лучше даже не пытайтесь для вашего же блага. На лице Призейского расплылась безумная улыбка. Она наслаждается своим страхом, но мы ничего не можем сделать, чтобы его остановить. Даже Акана притихла, потеряв дар речи. Вместо ее вперед вышла Рейна. Вы пытаетесь нам угрожать? Убьете нас? Если мы будем сопротивляться. Понимаете, как хотите. Остальные политические уже расчехлили оружие в ожидании наших действий. Дверь в пару шагов от нас. Но такое чувство, что в цели целый километр. Что нам делать? Кто-нибудь, помогите. Харуна внезапно начинает кричать. Возможно, если увидеть другие люди, это парни дважды подумают, прежде совершать что-то безрассудное. Ах да, что вы знали? Мы уже всех эвакуировали из здания. Сказали им, чтобы здесь утечка газа, так что никто вам не помочь не придет. Слабая надежда на спасение была разрушена его словами. Нет. Теперь я окончательно понял. Эти люди тщательно подготовились к любому исходу событий, прежде чем взорваться сюда. Мы с Рейн действительно в розыске. И мы уже не какие-то маньяки. Очевидно, у нас нет смертельного оружия. Так почему они организовали такую серьезную облаву? Что-то здесь не так. Это чувство только усиливается. Видя, что мы замолчали, полицейские улыбаются еще шире. В общем, вы сдаете всех этих двоих, и мы расходимся полюбовно. Я даже забуду твое маленькое сопротивление правосудию, офицер. До тех пор, пока не попадешься под руку. Что же вы насчет остальных? Как вам такое? До тех пор, пока вы молчите об этом маленьком инциденте, можно спокойно жить своей жизнью. Правда, выгодная сделка? Уверяю, это в ваших же интересах. Я правда не хочу добегать других опасностей. Но если меня сейчас арестуют, я никогда не узнаю правду о Сарана. Извините. Как король для него поднимает руку? Что? Не могли бы вы дать немного времени подумать над вашим предложением? Хотели бы это обсудить? Он недолго задумывается, в конце концов кивает. Ладно, у вас есть 5 минут. Надеюсь, вы примете верное решение. Он повернулся и невозможно вышел за дверь, закрыв ее за собой. Рейнард тут же подбегает к двери и запирает ее. Что это еще за ублюдок? Почему он не похож на президентских? Ох, я тоже вижу их впервые. Харуне удается встать. Видно, еще больно, но она все равно поднимается. Полицейские так не поступают, это человек безумец. Согласна, он не блефовал. Даже если он нас убьет, скажи просто, что это была самооборона. Мы все замолкаем. Так, что будем делать? Никто не замечает, не знает, что ответить. Нам дали всего 5 минут. Что мы можем сделать за 5 минут? Но как раз с трудом выиграл для нас время. Мы не можем потратить минуту впустую. Давайте попробуем найти другой выход. Насколько мы сможем судить, кроме двери, из которой вышел мужчина, единственный выход. И через стеклянные люки на полуэлке, они слишком высоко расположены и слишком малы, чтобы в них могли пролезть человек. Но вдруг здесь все-таки есть какой-нибудь неучтенный выход, через который мы могли сбежать. Единственная наша надежда – найти его, стоять на месте. Мы здесь теряем зря. Давайте разделимся на две группы и смотрим каждую сторону комнаты. Мы разделились и начали искать по левой и правой стороне зала, соответственно. Рейна Кокоро и направляюсь к внутреннему коридору в левую углу комнаты. Здесь можно не смотреть, это тупик. Музей, мемориальный зал и подобные помещения проектируются так, чтобы пропускать как можно меньше света. Он может повредить экспонаты. Ну да, и правда. Но, возможно, здесь есть комната управления, откуда контролируют температуру воздуха и какой-нибудь глаз в потолке или форточка. Рейна, походу, ведет рукой по стене, смотрит за собой, пытаясь найти хоть что-нибудь, что нам поможет сбежать.
Следуя примеру Рейна, мы тоже осматриваем зал. Но мы встречались с группой Акана по центру, так и не найдя ни дверей, ни намеков на выход. Да, ни окон, ни дверей. Да уж, похоже, единственный выход — это дверь, которую хранят те полицейские. Обойдя комнату еще раз, снова встретившись, мы так и не придумали другого способа выбраться отсюда. Эй, открывайте. Внезапно раздался громкий стук в дверь. Время кончилось. Блин, пропали. Может, я еще раз попробую договориться? Не надо, тебя просто еще раз ударит, если попробуешь. А, ладно, раз таки впервые, давайте им наваляем. Действительно, если Аканы и я вместе с... Стойте, вы не можете справиться со всеми этими полицейскими? Они очень хорошо вооружены, и нет никаких гарантий, что мы видели, что у них есть. Мы снова замолкаем. Вы уже нам... Как же выкрутиться? А голова продолжает работать над этими проблемами, непрекращающими стуки. И тут я понимаю, что снаружи что-то происходит. Эй, ты кто-то вообще такой? Стоять. Эй, в чем дело? Да мне по барабану, разбирайся сам. Дверь начинает трястись, похоже, их пытаются выбить. Что там? Кажется, снаружи происходит что-то странное. Откройте немедленно, откройте. Сначала кричит полицейский. Несмотря на то, что замок на месте, такое чувство, что она вдруг вот распахнется. Я подбегаю одной из дверей и прижимаюсь к ней, пытаясь держать ее закрытой. Секунду спустя ко мне присоединился Рейна. Отойди, это опасно. Только вместе с тобой. Нет, это единственное, что я могу сделать сейчас. Я отчаянно пытаюсь противодействовать огромной тени, которая давит с той стороны. Как раз молча прижимаюсь к другой двери. Мы делаем все, чтобы выиграть время, да и еще ничем не поможет. И вдруг... Кто-то осенит. Мы делаем ставки на эту праздничную возможность. И у нас нет другого выбора. Я тоже помогу. Как обычно, безэмоционально Эмма проходит на помощь. А Акана и Харон тоже присоединяются. А, что же делать, есть какие-нибудь светлые идеи о Мамия? Похоже, сразу я. Что делать? Дверь грохотная с полудара тех, кто ломится с той стороны. Так, давайте, друзья, на этом остановимся. В следующей серии мы продолжим. Мы попали в западню и ничего не можем сделать. Узнаем, мы сможем вылезти из этой конуры. Может быть, нас спасет капитан. Так что на этом все. Подписывайте лайки, оставляйте лайки, комментарии. Всем пока-пока.